Здравия желаю. Вот это моторчик, короче, работает он периодами. 3 секунды работает, 10 секунд стоит. Работает от старой батарейки, вот старая. При этом, смотрите, батарейка не садится, а даже набирает энергию. Вот видели, было 4,75. Вот сейчас смотрите, сколько будет. 6,75, то есть, а сейчас сколько будет? 6,76, видите? Продолжаем. Вот. Дальше. 6,72, 73, 74, 75, 76. Опять 76. Вот сейчас остановился. Сейчас 77 уже. Вот видите, он 10 секунд стоит, а 3 секунды крутится. Пока он стоит, он вот 73 уже, 74, ведь 75, 76, 77. То есть ток возвращается назад. То есть то же самое, как и в счетчике. Счетчик не имеет никакой роли. Это явление самоиндукция, реактивный ток. Все возвращается назад в природе. Вот еще. 77, 78 уже, видите? А моторчик-то работает. Надо, конечно, батарейка-то старая. Будет новой батарейки, он должен подойти. То есть можно эти опыты продолжить. То есть со счетчиком мы не имеем отношения. Счетчика вообще. То есть все меня упрекали, что счетчик там. То же самое происходит. Счетчик тут ни при чем. Вот, стоит сейчас. 76, 77, 78, 79. Уже видите. А траты-то есть. Но вместо этого, вместо того, чтобы затраты вести, 3 секунды он работает, моторчик. Вот сейчас он крутится, видите. Сейчас еще раз покажу. Вот моторчик. Сейчас стоит. Смотрим здесь. 77, 78, 79. Вот он крутится, 3 секунды. Опять встал. Здесь смотрим. То есть то же, что я вам показывал на счетчике, но говорили, что надо электронный счетчик там и так далее. Все то же самое здесь. То есть вечный моторчик. То есть система работает. Еще раз покажу. Вот крутится, вот встал, ток назад пошел. Видите? Так же, как счетчики шел, так батарейка уже идет назад. 80 уже. А сейчас крутится 3 секунды. То есть 1:3. Тоже Конарев говорил. Там его тоже обозвали дураком. Вот. Так же, как меня, маразматиком. А на деле-то это все правильно. То есть надо подбирать. Подбирать то самое. Запчасти надо, мощные батарейки, вот не старые у меня. Там можно все сделать. Вот. И заряжать, я уж показывал, что можно заряжать. Только надо подбирать все. Сейчас схему покажу этой системы. Может кто попробует запустит. Так. Вот моторчик по схеме. Далее. Вот батарейка. Вот минус с моторчика, вот это минус. А вот плюс через реле проходит. Вот так вот. Реле. Вот оно, реле. Здесь, значит, 3 секунды включено. 3 секунды включено. 10 секунд он отключен. И в батарейку.
Значит, что происходит? Происходит вот что. Включили, моторчик закрутился вот здесь вот. Замкнулось, закрутился. Отключили вот так, отключили. Вот этот ток, который шел вот с батарейки, он поворачивается назад, ему идти-то некуда. То есть, как бы вот как мячик вы бьете об стенку. Ударили мяч, он назад летит. То же самое явление, это самоиндукция, это она и есть. Ничего сверхъестественного в этом нету. Так что сейчас вот получу запчасти, но еще запчастей, как я говорил, не хватает. Так что, если хотите мощное, помогать кто может. Спасибо за внимание, желаю всем крепкого здоровья, успехов в труде и обороне и процветания.